Здравствуйте, я Максимадзе, и сегодня у нас снова игрушка Angry Birds Seasons. Мы продолжаем проходить эпизод Trick or Treat. Эпизод хэллоуинский, поэтому у нас темная атмосфера здесь. Так, мы прошли первые две части этого эпизода, и мы сейчас пройдем третью. Так, короче. Чего у нас здесь? И напоминаю, кстати, о конкурсе. Конкурс на 500 рублей. Если вы хотите, любой зритель моего канала может выиграть 500 рублей. Стоп, В конце каждого выпуска, который будет выходить до 31 декабря, вам будет задан всего один вопрос. Ответ на него вы будете знать, если внимательно посмотрите данный выпуск. У каждого будут накапливаться победы, и у кого будет 31 к Новому году больше всего побед, тот выиграет 500 рублей. Так. У вас, собственно, появилась еще одна причина смотреть мои видео внимательно. Отлично. Жалко, что этот динамит не взорвался. Так, ну разбитие вот этого стеклышка эффекта не дает никакого. Так, а если вот сюда выстрелить? Тоже особо что-то не дает результата. Выстреливаем. Да, ладно, давайте туда попробуем выстрелить тогда. Есть. Так, пробиваем вот эти доски. Не очень-то что-то помогает, хочу сказать. Давай, взорвись! Есть. Сейчас нежелательно промахнуться. Я не промахнулся, но свин жив остался. Вот зараза. Так, ну короче говоря, свин этот сдох. Теперь надо попасть в этот динамит. Нет, это не годится никакой. Окей. Тоже не дало эффекта. Нет, не в тот блок. Выстрелил я немного. Давай, падай на свинов. Так, вот, наверное, надо было в первый раз так и сделать сразу. Теперь надо как-то попасть в тот динамит. Отлично.
О, золотое яичко. Сейчас мы его достанем, но для этого нам придется сначала убрать эту снягу. Затем избавиться от синей троицы, затем как-то выстрелить Хэллом. Вот так вот, почти долетел. Почти. Так, теперь уберем вот эту вот херню. Затем выстрелим Хэллом. Во-в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 о
будешь целиться. Давай, 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 прям в яйцо. Ну почти же. Ну почти, блин. Да ё-моё, я слишком рано, наверное. Нажимаю. Все равно не долетит, наверное. Нет, прямо в точку. Прямо в точку, отлично. Давайте прямо сейчас и пройдем, кстати говоря, его. Потому что в этой Потому что вот в этом эпизоде золотое яйцо всего одно. Так, по цепной реакции взрываются вот эти вот все динамиты. И наблюдаем за всей этой красотой. Вот эта красота сейчас была. Вкуснотища. Вот, люблю яблочный сок. Так, ну вот это я... Вот это мы точно с вами не откроем, потому что надо все на 3 звезды пройти. Ладно. Нам это, в принципе, не обязательно. Нам главное игру пройти до конца. Заканчивайся уровень, давай. Ох ты ж, нифига себе. 4 свиня в тыквах. Так, я не совсем это планировал. Этот сдохнет и все. Какая-то деревяшка, по-моему, левитировала, мне кажется. Так, что это за грузовичок тут у нас? Я лобовое стекло себе раздолблю. Нет, надо было не так сделать. Надо было тыквы сюда напустить. В этот грузовик. О! Почти получилось. И ты, блин, тыквы дурацкие. Вот этот кусок говна мне все заградил. И я еще и не очень точно выстрелил только что. Давайте, толкайте этот грузовик. Давай.
Это стекло меня раздражает. Грузовик одно колесо потерял. Так, грузовик застрял. Так, господи, ты не умеешь. Господи, по традиции один свежий остается у нас. Какой-то, кстати, уровень. Четвертый, а мы 11 минут потратили уже, блин. Так, я остался один свин. Кстати, если кто-то не знает, я в прошлом видео должен был еще сказать, но забыл. Что в начале этого эпизода, когда запускаешь первый уровень, до того, как... До обновления, когда появился эпизод Piglantis, запускался такой вот ролик. Ну как, когда запускаешь первый уровень в первой части, там тоже такой ролик воспроизводился. Когда появился эпизод Piglantis, его, короче, убрали. Там уже, короче, свиньи под Хэллоуин яйца у птиц сперли. Так, ну, там, может, через верх? Так, не очень точно выстрелил. Блин, вот если бы эта штука раскололась, тут бы все бы сдохли. Если бы не этот кусок стекла, я бы пробил бы сейчас это все. Кусок стекла мешает. Так, один свин по традиции у нас остается жив. Так, теперь этот кусок говна мешать не будет. Thank you.
Да ё-моё, кусок говна этот опять помешал мне. О, есть! Наконец-то. Пятый уровень. А нам еще целых 10 штук проходить надо. Так, вот этими вот мы в того выстрелим. Нет, зараза, жив он остался. Каска помогла ему пробьет. Всего у нас 3 чака. И этого у нас мало. О, наконец! Это нормально, что это получилось. Так, ну эта тыква там ничего нам не дает. Никаких золотых яиц тут больше нет. Может как-нибудь попробовать. Вот так. Блин, вот если бы не эти птенцы, она бы сейчас доску бы разломила. Так, ну синяя троица не сможет разломать доску. Тем более она вообще в камень полетела. О, есть! Какой это уровень? 8. 3 звезды, нифига себе.
я вряд ли смогу что-то сделать. Мне не хватало, не хватило у меня птиц. Да ёперный театр, а. Ты кого хорошо с Виндуса-то защищает, да? Ну, конечно, все равно не идеально. Вот не хватает птиц толком. И теперь надо как-то попасть вот в этого. И я что-то сомневаюсь, что я фиг в него попаду. Нет, попал. Попал. Да, господи. Давай, ну ё-моё, ну не упало, блин. Чак пробьет все эти кирпичи каменные. Так, нет, 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 это не годится никуда. Хорошо, дело пошло. Сейчас там их точно добьем.
Какой уровень? 12-й. Уже немного осталось. Нет, 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 нет. Да ёперный театр, ну что ты будешь делать, а? Какие-то сложные уровни. Нет, 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 я не смогу пробить через это стекло. Это 10. Я не знаю, как тут, как этот уровень можно вообще пройти. Какой-то он не проработанный немного, мне кажется, этот уровень. Тут стекло вот этот мешает, лед. Чак через него, Чак его пробить не может. Ну, он может его пробить, но это его замедляет. Блин, этот кусок говна мешает. Давай, разломи. Нет, 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 не получается, нифига. Да блин, этот кирпичный кусок мешает. Так, опять этот кусок говна мешает. Как до этого маленького свинь добраться? Он зарылся, я не знаю как вообще. Так, а может вот так попробовать? Надо, можно так и надо было сделать с самого начала. О, есть! Наконец-то. Я уже думал, этот уровень пройти невозможно. Причем еще и на 3 звезды. Так, 13 уровень. Надо было, знаете, что на другой наряды запульнуть куда-нибудь повыше. Такое что-то я не вижу в этом смысле. Пока что.
кинотеатра. Твою ж налево. Да. О, хорошо. Ой. Да. Я занят сейчас. Я занят сейчас. Отлично, отлично. Прошли. Уровень, нам осталось еще два. Свинтуса зажал. Ладно, с первого раза прошли, это очень хорошо. Но наконец-то последний уровень. Призрак, который летает с фонарем. Надо его, наверное, в первую очередь убить. Да нет. Не думаю. Да е-мое. Это кто, динамит попасть? Так, ну маска осталась у нас тут летать. Нет, 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 нет. Так не годится. Уровень не очень-то сложный вообще, да. Нет, ну посмотри, а. Прямые блоки какие. Так, король свинов у нас дохнет. Не получится у нас его никак. Сразу двоих. Не очень точно выстрелил. По традиции один цилиндр жив остался.
тут раньше эти кирпичи туда падали, сейчас что-то не падают. В чем секрет, я что-то не понимаю. Ёперный театр, ну что ты будешь делать, а? Уже 40 минут почти прошло. Нет, ты смотри, а динамит не хочет падать. Нет, сразу четверых я не смогу. Так как же так? Ну почему он летит не туда, куда надо? Твою ж мать, а. Есть, наконец-то прошли первый эпизод. Хэллоуин, отлично. Ну что ж, вот так вот мы долго все это проходили, блин. И теперь нам пора переходить к главному. Вопрос, который я сейчас вам задам, звучит так. На каком из этих 15 уровней было спрятано золотое яйцо? И варианты ответа. 2, 7 или 10? Пишите правильный ответ в комментариях. Ну а пока что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я, конечно, не настаиваю. Вступайте в сообщество ВКонтакте и подписывайтесь на запасной канал Blue Mazze. Всем пока. С вами был Максим Mazze.